Друзья, день добрый, холодильник Whirlpool, замена, короче говоря, капает с фильтра. Я вам покажу, откуда капает, сейчас, секундочку. Вот отсюда, сейчас, может быть видно, может не видно, да, вот отсюда вот капает, видите, даже остатки влаги. И в этом месте труба потекла. Это одна у нас запчасть цельная. Я покажу, как она выглядит. Вот, называется house, то есть как бы, ну, место, куда вставляется фильтр, охлаждение воды и подключение к воде. У нас она идет с обратной стороны. Вот отсюда, вот она. То есть, чтобы нам сюда подключиться, нам нужно просунуться вот через эту дырку. Да. Вынимается туда вот такой вот пенопластик. Я не скажу, что это сильно сложно, но тем не менее. Что нужно сделать? Просунуть. Это у нас. И замануть. Все перепутал. Пауза. Да, все. Вот старый. Очень можно легко определить по нему это колечко, которое я не заказал. Поэтому не знаю, как буду крепить. А, нет, вот оно новое есть. Отлично. Одевается вот так вот и кольцо вставляется. Давайте проверим. Да ладно, вставилось. Серьезно. Полностью. Да, полностью. Все. Теперь вот это вот место нужно поставить вот сюда. Секундочку. Не все всегда получается красиво заснять. Есть. Поставили. Трубочку втыкаем. Наверное, как-то вот сюда. Ладно, с этим разберусь. Может, откушу, я не знаю, посмотрю. Ну и, в принципе, вторую часть, да, на этом как бы все. А потом с этого, с house filter, вот вставляем ее. О! Все. Вот сюда. Отлично. Все, получилось. Все классно, все здорово. Правда, вот эту пластиковую защелку я сломал. Она не работает. Вот такой вот короткий ремонт. Ладно, сейчас все зафиксирую, закрою обратно. Сложно, в этом ничего нет. Закрывается оно вот такой вот штуковиной. Сейчас покажу. Так вот. Вставляется. И защелкивается. Все. Здесь тоже защелкивается. Это никто не видел, что у нас здесь было. Все, всем пока, счастливо.